привет, всадник, привет, гонщики. Сейчас будем пробовать старую добрую игрушку, называется которая Блюр. Я ее когда-то пробовал давным-давно. Пару раз, правда. Она тяжелая. Тяжело шла на старом моем компьютере, поэтому я в нее особо не играл. А сейчас мы ее попробуем на планшетике Гали 1. Вот такая вот шикарная мелодия звучит на фоне. Ее бы выключить бы. И пойдем посмотрим, что у нас там с графикой. Вот, качество стоит на минимуме. Поставим разрешение 800 на 600, может. Окей, фуллскрин включен, VSync выключим, ну и все. Нет, разрешение 720 на 480 поставим, во. И поехали, поехали пробовать. Так, что тут, что выбрать надо, Вот такая, вау, тачка выглядит просто суперски. Конечно, для этого разрешения. Смотрите, какая графика, какие блики. Вау. Это называется минимальные настройки. This is the Blur Courier. Так. Ну, болтовню я вырезаю, конечно же. И поехали, погоняем. Напомню, разрешение сейчас 720 точек по ширине. Смотрите, какая графика. Графика просто суперская. Так, что-то с управлением у меня не то. Играю я при помощи клавиатуры. Сейчас найдем кнопочки, поедем. Оба-на! И... газ полный вперед! Давай! Давай! Вау! Графика мне очень нравится. Шикарно все выглядит. Смотрите, FPS 21-20 кадров. Очень неплохо, в принципе. Учтите, что я играю сейчас на галешке, а галешка это как... какешка. В плане производительности другие планшеты на 8300 выдадут ну раза в полтора больше FPS, ну может процентов на 20 больше. Все равно у вас пойдет еще лучше игра. Так, собираем какие-то штучки. Вот так вот я разогнался суперски просто. Просто супер пока все. Вау! Выглядит игра супер шикарно. Что надо делать, не знаю. Гоним. Ух ты, белые какие-то столбики. Ой! Ай! Не надо было брать эту штуку. Это была мина, похоже. Да, вот так тебе получай, гад. Погнали. Оу. Эту не надо брать, я уже понял, это не берем. Вот так вот умею стрелять. Оба, что-то меня преследует. Наверное, мина. Ракета наведения. Так. Yes. Видали, как он подлетел. Суперски, супер просто. Игра просто шикарная. Да. Ой. Вот это я попал. Вот это я попал под раз... Ай, дачу! Да, шикарно. Эффекты супер. Графика просто шикарная. Сюжет тоже довольно неплохой. Класс. И никто ж мне про эту игру не напомнил, да? Если б не всадник, так бы и не попробовал ее на планшетике. Посмотрите, джойстик подключить. Да, кстати, забыл я во время теста переключиться на вид от первого лица. Вау, какое обтекание машины. Смотрите, как обтекает то ли дым, то ли пар. Что это происходит, не знаю. Выглядит просто шикарно. Вау, попал. Ну давай, это финиш. Yes. Я первый. Суперская игрушка. Шикарно идет на планшетике. Да. Вот такой вот тест. Вот такая игра. Кому понравилось, жмите лайки. Рассказывайте друзьям. Ну и увидимся в следующих тестах. Пока.